Открыли праздничный концерт всеми любимая музыкальная группа «Романтики». В этот день они совместно с мужской половиной подразделения поздравляют дам с Международным женским днем. Девушкам под аплодисменты мужчин вручили цветы и благодарственные письма за вклад в развитие завода и предприятия в целом. Концерт очень интересный идет. Приятно получить поздравления от имени администрации своего завода. И всех поздравляю с первым праздником весны, женским, 8 марта. В этот день мужчины смотрят на женщин по-другому как-то. Как-то красивее, что ли, мы выглядим. Хотя мы обычно всегда так красиво выглядим. Но в этот день мужчинам мы больше нравимся, больше внимания нам уделяют. Особенно приятно именно в этот день получить. И так наш праздник, как бы 8 марта. А еще и цветы, и благодарственные письма, и плюс еще подарки. Вообще приятно. Поздравил женщин с главным праздником весны и директор завода олигомеров и гликолий Вячеслав Краснов. Дорогие девушки, женщины, поздравляю вас с замечательным весенним праздником 8 марта, с международным праздником. Пусть в вашей жизни всегда будет счастье, улыбки, красивые воспоминания, знаменательные события. Здоровья всем, успехов. А мы, мужчины, сделаем все возможное, чтобы вы были счастливы. Свою порцию аплодисментов и подарков в этот день получили и представители мужской половины. На празднике отметили тех, кто побывал в горячих точках Чечни и Афганистана. И кто добросовестно проработал много лет на предприятии. Мне было очень приятно получить благодарственное письмо. Так как я уже давно работаю на заводе олигомеров, я благодарен руководству и всему коллективу завода. Сопровождал торжество праздничный концерт в исполнении сотрудников подразделения. Кира Николаева, Власть Семагин, Эн-Медиа.